на сцене, Burnout Garage, поэтому чего тянуть? Давайте уже начинать, поехали! В последнее время все чаще можно увидеть вот такое в клубе. Привет, девчонки! Привет! А вы танцуете? Нет! Ну тогда покажите сумочки! А теперь представьте, кавказец на битве экстрасенсов. Итак, здравствуйте, с вами программа «Битва экстрасенсов». Ваш брат спрятан в одном из групп автомобилей. Ваша задача — найти его. Сейчас, подожди, настроюсь. Эй, мага! Что надо? Вон там он! Дочь поздно вернулась из клуба. О-о-о! Час ночи! И где это нас черти носили, а? Мам, пап, я спать. Вот это еще хорошо, что ты раньше дочери пришла, понятно? Охранник в клубе встретил свою бывшую. До свидания, приходите к нам еще. До свидания, приходите к нам еще. О, опять напилась. Вот поэтому я тебя и бросил, понятно? Киллеру повезло на работе. А, помогите, человека сбили! Пам-пам-пам-пам, мой день, мой день. Наше выступление. Спасибо за внимание. Команда КВН «Братан Гараж». До встречи! Команда КВН «Братан Гараж», Алтайский государственный университет. Как я уже говорил, друзья, со всеми командами мы увидимся в сезоне. И уже в следующем месяце развернется борьба за главный кубок Барнаульской студенческой лиги КВН этого сезона. Обычный день в гривнице на Ленина. Б-5728. Держи себе нужнее. Я же заказывал среднюю. Простите, пожалуйста, вы перепутали. Вам придется еще немного подождать. Итак, давайте представим, где-то в агентстве страшная подруга на час. Здравствуйте. Здравствуйте, мне нужна страшная подруга в клуб. А какое имя? Чигибара, Морс, Фараон? Да мне в арену. О, в арену? Ну вот наш специальный ареновский каталог. Вот, смотрите, первая. Ну, она больше телохранитель, чем подруга. Вот вторая. Ха-ха, Ленка, говорила, замуж за олигарха вышла. Ну, у них у всех такое хобби. Вот самое страшное, что у нас есть. А как ее зовут? Ее зовут Игорь. Это самое лучшее, что мы можем вам предложить? Да мне не для себя, мне вот для чего. Ну, знаете, наши возможности не столь безграничны. Но мы можем ей помочь. Мы с радостью возьмем ее на работу. Что?
популярность общественного транспорта, Гортранспорт решили снять трейлер. Итак, давайте посмотрим, что из этого вышло. Команда КВН «Когда как» представляет. Это повторяется каждый день на всех дорогах Барнаула. От создателей пробок на строителей в 6 вечера. Вы долго его ждали. 35-й автобус. Она преодолеет все преграды. За проезд передаем! Борьба за место! Слышь, сегодня так-то моя смена! Давай решим по-нашему! Давай! Каждый может почувствовать себя героем! Экстренная ситуация! Среди нас есть кто-нибудь, кто может спасти нас! Я спасу вас! Маленькие победы! Страйк! Интриги! А следующая остановка... Завод! Извините, а что он сказал? Вроде ЦУМ. Но конец будет счастливым. Ура, счастливый билетик! Билеты на контроль! Нет! Друзья, наша жизнь — это дорога. И было бы совсем неплохо, если бы эта дорога шла через сезон Барнаульской линии КВН. Команда КВН «Когда как». Добрый вечер, дорогие друзья. Так получилось, но сегодня я выступаю один, поэтому не будем тянуть. Давайте к юмору. Представьте, мнительный парень на концерте Елены Ваенги. Ахши! Желаю, чтобы вы все были здоровы. Спасибо большое. Представьте, самый лучший в мире промоутер. Возьмите листовочку, выкиньте листовочку. Возьмите листовочку, выкиньте листовочку. А парни очень сильно переживают расставание с девушкой. Только ты меня один понимаешь. Как же она могла так поступить? В наше время открывается все больше и больше различных тематических заведений. Итак, представьте, караоке для автомобилистов. Здравствуйте, дорогие гости! Я приветствую вас в нашем караоке для автомобилистов. Вам, наверное, интересно, что это? Я это объясню. Здесь нужно петь песни под знаки дорожного движения. Внимание на экран! А в нашем музыкальном меню большой ассортимент песен. Есть даже для одиноких женщин. А если вам нравится музыка из 80-х, то мы угодим вам. Yeah.
большой ассортимент закусок, но будьте аккуратнее. Эй, толстый. Также нельзя забывать про молодежь, и есть специальный блок современных песен. Но если вы не можете определиться, то есть песня, которую знают абсолютно все. Самая горячая команда нашей линии «Бийская трасса». Ну что, это были команды первого блока. Насколько они были хороши, выясним прямо сейчас. Все внимание нашему справедливому жюри, которое уже готово. Спасибо. Хорошего начала. Спасибо вам, Лев. Ну и не будем давать скучать ни его, ни всему залу. Переходим ко второму блоку. Друзья, на музыкальный старт выходят именно команды второго блока. В конце сентября Институт физической культуры и спорта Педагогического университета отметил свой полувековой юбилей. Спасибо. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем студентам и выпускникам продолжать славить имя института на мировой спортивной арене. А в Барнаульской лиге институт представляет команда «Сборная спортсменов». Самая спортивная команда нашей лиги. Встречаем! Чемпион мира по шахматам. Прикольно, про Аким пошутил. Между прочим, шахматы – это интеллектуальный вид спорта. Крестики-нолики – вот это интеллектуальный вид спорта. Да! Морской бой по блютузу – вот это интеллектуальный вид спорта. Да! Дурак под киндой на раздевание. Да! Да-да. Это мой подарок. Любимому сыну от отца изготовлено в 2010 году Магадан. Ну-ка убери отсюда! О, а здесь у нас королева Ули. Так сказать, медовый спас прошел, а пасечник остался. Мне сказали, что мне к лицу. Танюшенька, да на тебя если с 20-го ряда посмотреть, то можно увидеть, что на памятнике вороны гнездо свили. Если взять морковку, помидор, огурец вот так провести, ты салатом подавиться можешь. Джамал! Чё? Плавчиха, а как плавчиха плавает? Ну, вот как плавчиха плавает! А почему второй ногой не гребешь? Тренер, вы же сами мне ко второй ноге гирьку привязали. Надо было 32 килограмма привязывать. Замерз, наверное, Ромша. Да. Начинаем тренировку. Ну
что ж, друзья, начинаем разогреваться. Физрук устроился работать диджеем. Я не вижу ваших рук, но сейчас качали пальчики, кричали физруку, вокруг иду друг от друга. Раз, раз, раз. Старик удивился. Ого! Нога пошла. На уроке физкультуры. Так, дети, начинаем прыгать через коня. Сидоров, первый. Ага, Петров. Мухамбаев. Ограбление деревообрабатывающего завода. Давай, давай. Зашел в зал, чтобы попрощаться с инвентарем. Простите меня, родненький. Простите, дурака несчастного. Прости, дружище, за то, что пинал тебя безбожно. Прости, пожалуйста. Помнишь, ты тогда в лужу попал, я тебя палкой оттуда достал. И тер. А тебе же, наверное, больно было. А я тебя тер, пока Бог не заблестит. Прости меня. Козел, миленький, прости за то, что прыгал через тебя, таранил тебя с разбега, прости, пожалуйста. Ну хочешь, тоже через меня попрыгай, давай, давай. Приятно? Приятно, я тебя спрашиваю, больно? Вот и мне больно было, когда ты меня придавила. Простите меня, друзья, но не забывайте, приходите в гости, ведь там все наши. Встречи, родные. Друзья, многие из вас, нас, спортсменов, считают тупыми. Но мы не тупые. Мы не тупые! Мы любим тренироваться, мы любим двигать телом, не умеем находиться в состоянии покоя. Мы по жизни тренируемся, ну и все такое. Мы спортсмены, мы очень сильны, да мы не умны, но не тупые мы, ни на кого мы, да не похожи. Пришли как сборная спортсменов, а уйдем хорошим. Команда КВН сборная спортсменов, ну или команда КВН хорошая, как кому больше нравится. Друзья, галстук бабочка — это аксессуар, который вновь пестрит на молодых и смелых шеях. Галстук бабочки ручной работы Power. Будьте заметными. Заказы на изготовление принимаются по телефону и в соответствующей группе ВКонтакте. Друзья, говорят, что бывших КВНщиков не бывает, но тем не менее следующая команда называется именно так. Люди, которые не были на сцене уже очень много лет, один из них последнюю свою игру сыграл в 2001 году. Сборная бывших КВНщиков на нашей сцене. Still,
Мэнчика. Ну, чтобы вы сразу поняли, насколько бывших. Но смотрите, что сейчас пугает студентов. Сессия, экзамены, военкомат. А нас ипотека. Радикулит. Облысение. А, да. Это Саша Гусин. Саша у нас работает в Пенсионном фонде России. Ну как работает? В конце дня в костюме смерти очередь разгоняет. Да-да, а знаете, что он обычно в караоке поет? Пенсионный фонд России. О, молодой человек, да, здрасте, я как Степан Дмитриевич. О, это Алексей Авдеев. Между прочим, старый КВНчик первую свою игру сыграл 19 лет назад. Слушай, Олег, ну что ты все про мою старость? Давай про молодость. Вот что сейчас ждет современная молодежь, а? Но они ждут, когда новый айфон выпустят. Вот, а я когда-то ждал, когда новые Жигули выпустят. А я ждал, когда батю выпустят. Ну, под конец разошлись. Лёв, ну не тебе вообще про молодость говорить. Я его недавно в ночном клубе встретил. Знаете, что он на барной стойке учинил? Ну давай, всем расскажи. Уснул. Громче. Уснул. Ладно, ладно. Лёх, я как раз хотел спросить. У вас в команде Маринка играла? Ну, Маринка. А! Марин Петров! Андрей, не надо, я отлично тебя кто-то сдали, он знал. В смысле? Я, между прочим, студентам курсовые дипломы пишу. Меня здесь много кто узнал, а? Кстати, Андрей работает за еду. Что это за еду? За деньги. Ну ты же их ешь. Ну это же деньги. Леша, это еще что такое? А, Саш, слушай, решил похудеть, вот купил себе коктейль для похудения, да. Хорошая штука, говорят. Да, да, я тоже пробовал, помогает. Ребят, мне кажется, мы не с того начали. То есть, ну, зрители нас не узнают. А вот я, допустим, играл за команду КВН господин Борщевский. Вот ребята за Перлонегру куда-то играли. Спецэффекты. Первый, между прочим, первый состав яхты обязательно. Команда КВН Кучук! Я не понял, там вечно не забыли забыть, что они на сцену на все лезут. Саш, будь другом, забыл, пожалуйста. Спасибо. Сразу этот парень далеко пойдет. А просто далеко идти. Класс. Тоже худеете? Худеете? Вы зачем на сцену вышли? Да, ребят, вы посмотрели, а ну, вы какую-то ерунду показываете. Это же КВН, в конце концов. Где шутки, где миниатюры? Спустя 14 лет тренировок подготовил на вас ручной шпагат! Сборная бывших КВНщиков. Друзья, 5 октября в России отмечается День Учителя, но тот по старинке отмечает его сегодня, первую субботу октября. Да это не важно. Мы от всей души поздравляем этих уникальных, замечательных людей. Здоровья, радости и, конечно, терпения в вашей нелегкой профессии. Уважаемые учителя, здесь можно поаплодировать громко. И особые аплодисменты человек, который, собственно, этих учителей непосредственно готовит. Друзья, в нашем зале присутствует ректор Алтайского государственного педагогического... Давайте хоть в этом году отдохнем культурно. Культурно отдохнуть? У нас денег нет. Ну да. Ну давайте тогда сходим в клуб. Меня не пустят. Кто, охрана? Мама. Понятно. Друзья, за лето у нас много чего изменилось. Например, Екатерина Константиновна устроилась на подработку в секс по телефону. Ой, извините, по работе с вами. Вот вы учитель, вам не стыдно? Стыдно, когда видно, а я по телефону. Так. Так, трубку бросьте. Коллеги, у меня новости. В школе новый учитель русского языка и литературы Иван Владимирович. Знакомьтесь. Пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Что за кипиш? Я просто шашлык жарю. Что с вами будет, когда я лезгинку включу? Здорово, волонтеры! О-о-о! Салют на один город, да видела? Видела? Я стрелял. А я что, увидела? Видела? Я летал.
помнишь, тебя сегодня утром машина обрызгала? Помню. Я поржал. Слушай, волонтер, ты такая неаккуратная вообще. Так, коллеги, с данного момента у меня новая секретарша. Владимир Евгеньевич, ваш кофе уже готов. Я не поняла. Почему-то с меня в известность ставить не нужно, да? Это с каких пор у нас в учительской кофе есть? Так, коллеги, а кто у меня из сейфа приворовывает? Я не буду показывать пальцем. Так у вас его и нет. Маргарита Сергеевна, а мы получим в этом месяце зарплату? Ты готов услышать? Нет. Так, коллеги, у меня к вам вопрос. Кто в этом году хочет слетать в Америку поработать по обмену? Я хочу! Может, замуж начну? Екатерина Константиновна, с нынешними законами в той стране у физрука больше шансов. Так, коллеги, у нас фестиваль музыкальный, вы хоть что-нибудь подготовили? Представьте, исполнитель известной песни устроился работать в школу. Давай, дневник. Тогда отдашь. Так, стоп. Дальше. Представьте, Григорий Лепс забыл, как крутить микрофон. Только! Рюмка водки! Я тебе устрою сейчас рюмку водки. Последний шанс даю исправиться. Представьте, если бы фильм «50 оттенков серого» с ним выпустили под Новый год. Новогодние игрушки! С ума посходили! Дорогие друзья, ни для кого не секрет, что нам, учителям, приходится работать с подростками. Иногда с трудными, иногда совершенно бесплатно. Уважаемый Леонид Слуцкий, у нас для вас новости. Вы не... Тренер сборной России по футболу. Вы учитель. Волонтер. Команда КВН сборной учителей. На Барнаульской пробке можно увидеть все, что угодно. Что за пробка сегодня весь день? Это бесконечная, а? Что в городе происходит? Блин! Ты видишь эту длинную тачку? Какое у нее литье? Да еще и диски золотые! Блин, она стоит 30 миллионов! Не, ну а что ты хотел? По 3, а? Проходит урок русского и литературы у нашего нового учителя Ивана Владимировича. Так, Иванов, рассказывай домашнее задание. Стих. Иван Владимирович Оганян. Покупаем... Подожди, заново с выражением. Покупаем помидоры и пружины для априори, что не нравится. Сорян, и мы Ваня Оганян. Молодец, придем к письменному заданию. Перейдем к письменным заданиям. Перепишем это на тебя. Что ты? Подпись поставь. Молодец! Будешь так работать, 5 получишь. В четверти? За 10 000, машинка, огонь! Только лом из двигателя вытащи. Иван Владимирович, а почему у нас урок проходит на Докучаево? Потому что он открытый. А, покупаем помидоры. Представьте, парень 47-й раз сдает на права. Стой! Я не пойму, ты что, слепой? А я разве не предупреждал? Вы где? Уважаемые члены жюри, для нас в День учителя лучшим подарком, как ни странно, были бы оценки. И кому поставить высший балл, вам подскажет Александр Васильевич Масляков.
нашим учителям. Команда команд сборной учителей. Урок окончен. Спасибо большое за урок юмора от сборной учителей Алтайского государственного педагогического университета. Ну а на этой сцене появляется следующий представитель второго блока нашего. Команда из Алтайского государственного университета. Ее название «Престиж». Встречаем! Команда КВН «Престиж». Тема сегодняшней игры – день рождения города Барнаула. И мы бы хотели поздравить наш любимый город с этим праздником. День рождения у тебя. Поздравляю. В личном режиме снимал, сейчас на автомат. Вокруг беседки. На таком расстоянии. Вау. Тебе уже за 200 лет. На экраны, на ну а мы на все время. Тенесли на октябрь. Я остаюсь в бюллетенье. Доля, Доля, тихо. У нас веселый музыкальный фестиваль. Давай споем веселую песню. Веселую? Одну давай. Три, блядь, эти полоски. Три полоски. Одна полоска. Может, сделал, может, сделал. Маленькая девочка неожиданно повзрослела. Маленькая девочка связалась с плохой компанией. А вот здесь. Рус-телефон? Подумаешь, маленькая девочка, смотри, что я могу. Владик объявим. Я Челвуди немножечко перебрал в клубе. Команда КВН «Престиж», пора начинать! А каждый парень хоть раз мечтал провести ночь со звездой. И так одному удалось. Здесь кнопка дисплей. Ну ты, конечно, да. Ревизор одобряет. Сейчас очень удобно проводить мероприятия в необычных местах. Итак, мальчишник рядом с соревнованием по метанию копья. Ой, мальчик, я опоздала. Ну, мы же с мальчишником тебя. Спасибо, Игорь. Че, папа из сорта-то вылезать будет и посмотреть хотел? Клубная, угадай мелодию. Дорогие участники, и у нас следующая композиция. Я знаю, это DJ Moneymaker Fit MC Monty Way против Бум-Бум-Бум, владелец 2009 год, золотой бомб, да? Нет, это DJ Moneymaker Fit Monty Way Бум-Бум-Бум. 2013 год, золотой альбом. И диджей Грув ответил неправильно. Итак, у нас следующая композиция. Это же Лев Лещенко! И это правильный ответ! Правильный ответ, а что? Еще
Семейная пара решила немножечко разнообразить свою интимную жизнь. Милый, я готова. Больной входите! Ты что, дурак, что ли, а? Ты берешь после работы, переодеться не мог, а? Что ты мне свои флаеры цуешь, а? Ребят, вы представляете, вот у меня в зале уже жена сидит. Представляете, как мы выросли быстро, а вот совсем же еще недавно такие маленькие были, качались, кстати, помнишь, эти вот качели клевые были, да? Пацаны, а я вот почему-то на этих качельках всегда внизу сидел. Я вообще прикола в этих качелях не понимал. Приколы не понимал. Ой, да хотя бы у меня во дворе тут турники-то были. А помню, были еще карусельки, горки, качельки. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь аттракцион опасный в нашем дворе есть. Если ты захочешь вдруг на него сесть, он будет окрашен абсолютно весь. Мы катались в горах днями напролет, небо поднимало с такой вот самолет. Из таких вот танков онлайн была игра, благо в детстве не было этого типа. Во всех дворах России так заведено, днем гуляют дети, на погоду все равно. Днем гуляют дети, а вечером их нет, там сидит Серега, черепный кастет. А что за рубежом у нас, ну-ка посмотри, там живут ужасные люди, дикари. На лесу ужасные, так себе внутри, а сейчас посмотрим, как они росли. У них русские горки, нет, они у нас. У них срывают башню долго, а у нас за раз. Статуи прекрасные режут из камней, и менее красивые фигуры людей. У них-то супер-бэйб, у нас три богатыря. Вот американская, а вот наша семья. Девочка вот эта пугала их детей. Ну а мы боялись чего-то пострашнее. Старый Питер-Май, там Курский Гагарин, Калашников, Гайдай, Ленин, Станиславский и даже Виктор Цой. Из-за таких людей гордимся мы страной. Что мы хотели бы сказать этим номером? Мы любим свою страну всем сердцем. Команда «Пен Престиж», спасибо! Спасибо большое команде «КВН Престиж». Друзья, напоминаю, что если вы хотите увидеть себя на нашем большом экране, тогда прямо сейчас выставляйте фото в Инстаграм с хэштегом «КВН Барнаул» в одно слово, решетка и «КВН Барнаул» в одно слово. Чем больше фото, тем круче. Самые активные зрители получат сегодня в подарок упаковку наивкуснейшего напитка от «Бочкарей». Еще одни представители Алтайского государственного университета стремятся на сцену. Команда «КВН». Кто здесь? Друзья, команда КВН, кто здесь? Мы готовы к новому сезону Барнаульской лиги КВН. Ну, сами посудите, у нас в команде умная, сексуальная, красивая, веселая. Это только Полина, еще Соня есть, Ксюша, Аня, видите, да? Саш, ты что начинаешь? Новый сезон! Че, я просто никого из вас не хочу выделять. Ты только что выделил Полину. Ты меня не слышишь, я тебе говорю, никого из вас я выделять не хочу. Ой, у кого-то появился любимчик. А тебе какое дело? Кого хочу, того и люблю. А, Никита, здравствуйте. А вы мне очень давно нравитесь. Ань, вообще-то я не про тебя. А ладно, все, поняла, не лезу больше, все забыли. Блин! Блин, вот я дура-то. Вы видели, как я опозорилась? Так, ладно, вернемся к тебе. Дура, у него же, наверное, жена в зале. Че у вас с Полиной? Понимаете, девчонки, просто за лето многое изменилось. Полина теперь моя крестная. Я просто до этого не крещеный был, а тут в стране такой кипиш творится. Да и думаю, покрещусь на всех программах.
Все, у вас вот тоже многое изменилось. Вы вам за лето как похудели. Да. Правда, за сентябрь как-то отожраться успели. Ты вот вообще молодец. Прическу красивую сменила на новое чудо. Подожди, малая, серьезно, что ли? Ты чует? Подросла так, подожди. Ну-ка, повернись сюда. А, не зарубок на том же месте. Аня, это что? А мне просто парень за кулисами сказал, что чтобы парням нравиться, нужно, чтобы бампер побольше был. Господи, что за команда? Команда мечты! Эй, вы там хлопайте громче, где ваша любимая команда? Четыре девчонки и глаза, девушки бывали в разные. Дорогие друзья, мужчины очень часто ведут себя одинаково. Итак, представьте, в отделе одежды. Саша, вот какую футболку лучше, эту или эту? Да какая разница, мы 4 часа уже ходим по магазину, мне без разницы, бери любую. Это отдел по борьбе с мужским безразличием. Тебе плевать на свою девушку? Да ну нет. Сейчас проверим. В чем это была, когда вы познакомились? А, в платье. Неправильно, в дулину. Как зовут ее мать? А, Тамара Михайловна. Неправильно, мама. Как зовут ее отца? А, папа. Неправильно, старший лейтенант полиции Кирилл Константинович Сэр. Ее любимое домашнее животное? А, кот. Неправильно, ты. Ее сильные стороны? А у нее обе сильные стороны, она мне так и так тащит. Сколько у нее было бывших? А, 3. 4. 5. И сколько из них теперь ее друзья? Не один. 4. 5. Так, теперь скажи, пожалуйста, как зовут ваших детей? Каких детей? У нас нет детей. Если у вас нет детей, это не значит, что их никак не зовут. Кристина, Вика и Алеша. Ты вообще знаешь, что она плачет по ночам? Зато она идет по жизни с улыбкой. Так, стоп, блин, шпаргалка. Так, тихо. Девчат, слушайте, ну вы такие красивые, прикольные, может как-нибудь договоримся, а? Договорился. Отдел по борьбе с дешевым пикапом. Пойдем в отделение. Не может быть, кто-нибудь скажет, какую футболку выбрать. Да они одинаковые, бери любую вообще. Любой мужчина в своей жизни задумывается о великом. Чего не светит у вас?
Я чё, в другой город переезжаю? Всё сняли? Ксюш, как замуж? Я же тебя люблю. У нас с тобой дети. Я ради тебя в несмешной команде год играю. Я не понял. Ты что, еще в какой-то команде играешь? Идите отсюда. Ксюш, ну как так? Так, стоп, давайте вот вы будете делать то, ради чего мы вас позвали, давайте. Смотрю на вас в этих платьях и думаю, вот кому-то повезет, а? А кто-то вас встретит. Команда говорит, кто здесь? Дай бог им встретить кого-то, да? Команда КВН «Кто здесь?» Алтайский государственный университет. Ну и завершает второй блок и последнее выступление на сегодня еще один представитель Алтайского государственного университета. Команда КВН «Город грез». Как же соскучились! Здравствуй, Барнаульский зал! Друзья, новый сезон, новые лица в зале, старые лица в зале, Гали-Гали, аппарат-рупер, музыкальный фестиваль. Да, спокойно, Ром, не настолько, у нас очень ответственное задание, ребят, нужно пройти в сезон Барнаульской лиги. Так, погоди, в какой сезон? Я думал, мы это просто так в сезон, я не пойду, не. Так, я не понял, ребят, Рома не хочет пройти в сезон Барнаульской лиги. Ты чё, это же так выгодно! Пачка лимонада, а может быть футболка, а может даже ручка, однажды даже зонт. Так, стой, а зонт когда? Ну, на летнем кубке было, чё вы? Ага. Никита, какие-то у тебя слабенькие аргументы, вот давай послушаем мои, почему здесь не надо играть. В сезоне был три раза, не выиграл ни разу. Уволили с работы, побили габари. Так, я не понял, какие габари, при чем тут Барнаульская лига? А, ну это тоже на летнем кубке было, короче. Так. Пацаны, я не понял вообще, в чем проблема? У нас же все в команде классно, в сезон по-любому надо идти. Ну, в команде-то, конечно, классно, кроме одного большого минуса. А, я понял, это же ты про Димку Фукса. Друзья, если бы Дима был зеброй, которая идет на водопой, то крокодилу брезговали бы кусать его за лицо. Кстати, когда Дима был в детском саду, родители приходили и постоянно пытались незаметно забрать другого ребенка. Друзья, вы смотрели фильм «Хитман»? Так вот, у нашего Димки тоже есть штрих-код на затылке, но только если его пробить на кассе, то высветятся влажные салфетки. Так, Ром, хватит. Мы же на самом деле очень дружная команда. Вот, видишь, правду говорю, будь здоров, Антоха. Ну так вот. Мы вышли на сцену, чтобы подарить вам хорошее барнаульское настроение. Эй, зал, ну-ка поднимите руки к небу. Вышли на сцену и настроены мы на победу. Первая игра, музыкальный фестиваль. Это город грез, Барнаул, Алтайский край. Как говорят у нас в команде, хип-хоп вашему дому. Начинаем. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Для начала представьте, планерка в секретной лаборатории. Мужики, это, у нас кто-то ворует уран. Мужики, да что его искать? Его и так жизнь накажет.
Дорогие друзья, совсем недавно на саммите ООН во время выступления Владимира Владимировича Путина украинская делегация демонстративно покинула зал. Но мало кто знает, чему это произошло. А сейчас для выступления приглашается президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Этот тиран? Ну-ка пойдемте отсюда. А я напоминаю, что во время его выступления будет раздаваться бесплатный Wi-Fi. Так черту принципы, здорово! Дорогие друзья, представьте кастинг на роль старосты. Здравствуйте, я хочу быть старостой! Фу, какой противный голос, вы почти приняты. Но для начала нужно пройти небольшой блиц-опрос. Итак, поехали. У завкафедры день рождения, но никто не сдал деньги. Вкину свои. На субботник никто не пришел. Самое. Отношение к сексу. Хоть бы, хоть бы. Есть парень? Да, но мы живем с ним в разные века. В смысле? Ну я просто втюхалась в конверник. Давайте следующий вопрос. Окей. Жизненное кредо? Если мне плюют в спину, значит, я сижу на первой парте. Так, ваш одногруппник не пришел на первую пару. Алло, Игорь? Ты для меня умер. Ну и самое главное, куда поведем первокурсников на 1 сентября? Ну, конечно же, веселиться! Давайте делать флюорографию! Вы отвратительны! Вы нам подходите! Дорогие друзья, ну а следующий свой номер мы решили посвятить вечной проблеме конфликта поколений. Итак, обычный спальный район, обычная молодежная тусовка. Тебе всего 14, а мне 25, лошок. Ты работаешь на заводе, а я уже успешный. Я беру у мамки своей кошелек. Давайте пошумим. Так, дочка, пойдем. Я тебе говорю, здесь молодежь тусуется, а ты говоришь, бомжи дерутся. Так, молодежь, где наш Алёша? Что? Какой Алёша? Тут только попадок валишь, дебил. Так, ну то, что среди вас есть дебил, я и так догадывалась. Дочка, как он там себя называет? МС Бубок. МС Тупой. МС Тупак, бабушка. Тупак, Тупой, какая мне разница? Пойдем мыть посуду. Я никуда не пойду. Мой дом — это улица, а моя жизнь — это рэп. Меня домой сейчас поступок опрометчивый. Не надоело тусоваться дома ни о чем. Ваши задания больше похожи на бред. Я ушел из дома, как от бабки дед. Меня, он ушел в гривницу. Просто еще очередь не подошла. Так, бабушка, спокойно берегите здоровье. У вас очень слабые панчи. Давайте я. Сынок, послушай, что скажет тебе мама. Я существую, не то что твоя дама. А если ты мои слова считаешь бредом, отдай всю сдачу, от покупки хлеба. А если тебе этого, Алёша, будет мама, так получай. Я шарюсь по твоим карманам. Нашла недавно я пачку сигарет. Остался ты без интернета на тысячу лет. Как вы отключите интернет, вы даже не знаете, где он находится. Конечно знаем. В микроволновке. Да? А откуда тогда берется Wi-Fi? Одним это друг твой Wi-Fi. Так, все мне это надоело. Вы меня постоянно позорите. Получайте. Ты, друзья, меня малышом называешь. Щека заморалась, вот так вытираешь. Недавно я на права отключился. Захотел машину, к вам обратился. Тебе купили тачку, нифига не крутой. Ага, крутой. Мне бабуля на днюху отдала свой проездной. Так это ты вообще с чего взял, что у тебя будет машина? У твоего прадеда не было машины, у твоего деда не было машины, у твоего отца не было машины. А все почему? Потому что мы семья пешеходкиных. Бабуль, кажется, я все поняла. Здесь нужно давить на самое больное. Говоришь, девчат твоих, видимо, невидимо. А по факту голеньким только для тебя и видела. Зимой пошел гулять без теплых медуз. Но не мороз, обычно купи так 11 туз. Давай, толпа, мамка, свой трёп. Что-то там еще. Давай, мамка, е-е. Ушел из дома, захотел взрослым стать. Прошел целый
сейчас захотел я пожрать. Зашел я на кухню, и вот держи правду грустную. Бабушка, пирожки твои невкусные! Нет, пойдем отсюда. Пошли, я тебе говорю. Хотя, знаешь, напоследок я ему скажу. Вот вы, молодежь, вы постоянно воспринимаете наши советы в штыки. А ведь вы тоже когда-то станете старой. Сейчас вы не понимаете, куда все бабушки рано утром едут в общественном транспорте. Но знаете, что самое страшное? Мы сами этого не понимаем. Однажды вы состаритесь настолько, что придете в Марию Ра со своим пакетом. И да, внучок, я кормлю тебя 8 раз в день не потому, что я старая и все забываю, а потому, что люблю тебя. И да, внучок, я кормлю тебя 8 раз в день не потому, что я старая и все забываю. Так, бабушка, стой. Я все понял. И действительно, друзья, как часто мы воспринимаем советы старших в штыки, вместо того, чтобы сказать им огромное спасибо. Ведь они делают это только для того, чтобы наше поколение не совершало ошибок предыдущего. Команда КВН «Город Пес». Любите близких, увидимся в сезоне. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, уважаемые жюри, это была последняя команда на сегодняшний вечер. И давайте еще раз встретим все игравшие сегодня команды аплодисментами. Академия культуры, прожектор, счастливый билет, продам гараж, когда как, бийская трасса, сборная спортсменов, сборная бывших КВНщиков, сборная учителей, престиж, кто здесь и город грез. Команда КВН, кто здесь? 4-4-5-5. И команда КВН «Город грез». Все судьи единогласно 5-2. Ну что, второй блок сыгран, и хотелось бы узнать мнение жюри. Вот кто у микрофона. Есть ли микрофон? Есть микрофон. Прошу. Анжелика Соболева, друзья. Можно поаплодировать. Виталий, пока вообще не заметил. Дорогие друзья, я всех поздравляю с началом нового 11 сезона. Не знаю, может быть, это мое субъективное мнение, но это один из самых лучших, которые я видела стартов сезона. Молодцы, спасибо. Спасибо командам, спасибо, Анжелика. Уважаемые члены жюри, можно уединиться в совещательную комнату и там уже вынести свой приговор. Кому? Не знаю. Узнаем совсем скоро. Давайте проводим членов жюри тоже аплодисментами. И совсем скоро мы выясним, кто же сегодня выиграл наш музыкальный фестиваль. Ну и пока члены жюри у нас совещаются, друзья, разминка с залом, готовьте свои вопросы, у кого они есть, поднимаем руки. Команды, возьмите микрофоны, видите, там закрылись свои микрофоны, как можно больше. Итак, не стесняемся, друзья, поднимаем руки, задаем свои вопросы командам. Есть ли у нас желающие? Ни у кого вопросов командам сегодня нету, да? Я так предполагаю. Не стесняйся, команда не кусается и постарается ответить довольно смешно. Ух, не думал, что так далеко придется идти. Ну, ладно. Итак, вопрос от нашего зрителя. Прошу. Добрый день. Мой вопрос. У Аллы Пугачёвой сначала был Филипп Киркоров, затем Максим Галкин. Кто следующий? Хочешь стать следующим? Итак, повторяй свой вопрос. У Аллы Пугачёвой сначала был Филипп Киркоров, затем Максим Галкин. Кто следующий? Интрига, он еще не родился. Информация, я уже родился. Нет, не нашел. Кто следующий? Ты.
это довольно муторная хуйня. Там куча вариантов. Тут еще какая-то дополнительная менюшка. Я просто... Есть еще варианты? Так просто, методом тыка. Нет вариантов, спасибо большое. Вижу руку, иду. Следующий вопрос от нашего зрителя. Вставай, чтобы тебя все видели. Держи микрофон. Добрый вечер всем, особенно приятно видеть старых товарищей здесь. Скажите мне, пожалуйста, вот я пришел сюда один, а по правой и по левой стороне сидят симпатичные дамы. Как с ними познакомиться вообще? Скажите мне, пожалуйста, вот по левой и по правой стороне сидят здесь симпатичные дамы, как с ними познакомиться? Чувак, я тоже один вдвоем в любом прокате. Давайте, да. Решил, что наверняка. Итак, повторяю вопрос. Ты сюда собрался? Подскажите мне, пожалуйста, вот... По правой и по левой стороне прекрасная дама. Я сюда пришел один. Как с ними познакомиться? Девчат, забейте, у меня есть ящик лимонада. Поехали. Подскажи мне, пожалуйста, вот по правой и по левой стороне сидят симпатичные дамы. Я пришел сюда один. Как с ними познакомиться? Я вот так попробую. Повтори, пожалуйста. По правую и по левую сторону сидят симпатичные дамы. Я пришел сюда один. Подскажи, как с ними познакомиться? Мам, отсядь у него, пожалуйста. Подскажи мне, пожалуйста, как познакомиться с симпатичными дамами, которые... Ну, ты с ними поговори, о чем у нас тут спрашиваешь. Я стесняюсь. Просто не стоит нажать, по идее, это нужно вообще. Добрый вечер. Подскажи мне, пожалуйста, вот по правую и по левую сторону от меня сидят очень симпатичные дамы. Как все нам себя получится? Ну, ты кольцо-то сначала сними. Нет. Подскажи мне, пожалуйста, по правую и по левую сторону сидят симпатичные дамы. Я пришел сюда один. Как с ними познакомиться? Дай микрофон правой, пожалуйста, сначала. Привет, тебя как зовут? Анастасия. Теперь левой, давай. Левый, давай. Дружище, не за что, дружище. Спасибо. Красавчик. Спортики они такие, не знаю. Ну и последний вопрос. Еще один, точнее. Бегу. От старой гвардии с удовольствием примем вопрос. Еще один бывший КВНщик. Никита, вставай, Никита Петухов. Прошу, Никита. Спасибо, Красный Чёрт, за батл, мне очень понравилось. И, собственно, вопрос про батл. Давайте представим, кто победит, если будет вот версус, скажем, Владимир Путин. Давайте Барака помогут. Долго прям соперника выбирал Владимир Владимирович. Итак, Никит, повторяй. Кто победит на батле Путин или Обама? Единая Россия. Привет, Васильчак. Привет! Расскажи, кто победит на батле между Путиным и Обамой? Не в обиду Путину, но Обама, он же черный. Ну, красный черный, вы должны отвечать на этот вопрос. Кто победит на Versus Battle между Бараком Обамой и Владимиром Путиным? По левую сторону, девушка, дай микрофон. Где на Саша Лакича? Не за что, дружище. А кто победит на Versus Battle между Владимиром Путиным и Бараком Обамой? Тот, у кого кнопка. Ну что, команда, спасибо за ответ, спасибо за вопросы. Давайте поаплодируем зрителям чуть-чуть.